Привет, ребята, меня зовут Костя, и с вами снова канал обзоров и самоделок. Сегодня у нас очень радостное событие. Мы будем распаковывать серебряную кнопку, которую я получил за 100 тысяч подписчиков на этом канале. За это большое спасибо всем, кто меня смотрит, поддерживает. Отчасти это и ваша награда. Ну что, приступим. Вот такая черная коробка, пришла она из Соединенных Штатов Америки. Правда, сама компания, которая доставляла данную посылку, особо не заморочилась, потому что все обклеено самым обычным скотчем. Хотя, скорее всего, посылку просто вскрывали на таможне и потом вот так облепили. Поэтому сама упаковка уже потрепана временем, потрепана дорогой. Давайте посмотрим, что же внутри. Возьмем ножик и начнем открывать. Режем скотч с одной стороны, с другой стороны, снизу, еще раз снизу и сбоку. Так, сбоку тоже и с другого. Надеюсь, что сейчас у нас получится открыть коробку. Да. Ну что, ребята, вы готовы? Да, капитан? Открываем. Вы увидите это первыми. Так, где-то я еще не отклеил скотч. Так что, секундочку. Во. Теперь открываем. Та-да-дан. Блин, здесь скотч не отрезал. Вот, теперь уже точно. Попытка номер 3. Запаковали, так запаковали. И что у нас здесь? Пустота. Нет, это не пустота. Убираем деталь. И здесь вот такое письмо. На английском языке. Кстати, когда я получал первую серебряную кнопку, там тоже было письмо, правда, на русском языке. Сейчас я его найду, потому что вторая серебряная кнопка у меня здесь. Вот это письмо на русском языке. Давайте я немножко прочитаю. Поздравляем, вы набрали 100 тысяч подписчиков. Это серьезный результат, ведь чтобы привлечь на канал такое количество зрителей, нужно долго и усердно работать. Теперь ваша задача удержать их внимание и сделать все, чтобы они возвращались на ваш канал снова и снова. Далее бла-бла-бла. Следующий знаковый рубеж — миллион подписчиков. Гораздо ближе, чем кажется. Мы верим в вас. А мне кажется, что миллион подписчиков будет где-то лет этак через 10-20. Если я, конечно, не заброшу все это дело. Ну что, давайте посмотрим саму серебряную кнопку. Да, кстати, здесь еще какая-то визиточка лежала. YouTube Creator. Или YouTube Creator. Ну что, вот сама серебряная кнопка. Она упакована в пакетик. Вот так она выглядит. Такой она толщины. Давайте достанем. И что у нас здесь написано? Вот. Lego Bricks самоделки. 100 тысяч подписчиков. Та-да-дан, та-да-дан. Обратите внимание. Здесь встроено зеркальце. Да, теперь я могу любоваться своим отражением. Кстати, здесь идут еще салфетки. Для того, чтобы, скорее всего, протирать серебряную кнопочку. Может быть, есть что-нибудь еще? Нет, это все. Вот такая пустая коробка. Больше ничего нет. С другой стороны, серебряная кнопка имеет два отверстия для того, чтобы можно было повешать ее на стену. Давайте поближе, я вам еще покажу. Смотрите внимательно. Смотрите в отражение, ведь там стоят коробочки из-под конструктора Лего. Как я уже и говорил, рядом находится серебряная кнопка с первого канала. Давайте сравним.
кнопка, которую я получил где-то 1,5-2 года назад, а может и больше. И новая кнопка. Это тяжелее во много раз, чем эта. По размеру посмотрим, какая больше, какая меньше. Приложим одну к другой. И что же мы видим? Они практически одинаковы по диаметру, а по толщине старая кнопка толще этой где-то 3 раза. Честно, мне нравится дизайн новой кнопки, нежели второй. Но дороги мне они одинаково, потому что это все-таки небольшая заслуга вас. Потому что именно благодаря вам я получил вот эти 2 серебряные кнопки. Так что еще раз большое спасибо, дорогие друзья, все, кто меня поддерживает, все, кто верит в меня и все, кто смотрит меня. Отчасти это ваши награды. Вот, ребята, 2 кнопки у меня есть, 3-й точно не будет. Золотую кнопку ждать я, конечно, не буду, потому что, скорее всего, если она придет, это будет лет через 10 или 20. Запомните эти слова, вдруг что-нибудь поменяется. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Я же с вами не прощаюсь и, как обычно говорю, до скорых встреч. Ждите новых роликов. Пока-пока. Стой! Хочешь знать, когда выйдет следующее видео? Тогда не забудь включить колокольчик, если, конечно, он у тебя еще не включен. А также подписывайся на нашу официальную группу ВКонтакте. Ссылочка в описании.